Привет, милый. Хотел поздороваться и сказать, как я тебя люблю. Отличные новости. Скоро я вернусь домой. Ура! Скорее бы разделаться с этой работой и вернуться домой к любимому мужу. Скучаю по тебе. Не надо работать. Я люблю тебя, Итан. Посылай тебе 1000 поцелуев. Пока, детка. Итан. Ты был прав. Я солгала тебе. Нельзя было, но... Одно скажу. Если ты это получишь... Не приезжай! Привет! Это Итан. Эй, ты как? Вчера ночью ты просто взял и исчез? Да, нет, со мной все хорошо. Дело в Мии. Это Мия. Она не погибла, она жива, она вернулась. Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю, как. Но она вернулась. Она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Далви. Далви, Луизиана. Но ведь 3 года прошло. Я знаю, но что если что она? Я должен выяснить, что произошло. Всем привет, друзья! Ну что, начинаем Resident 7. Обитель зла. Все-таки для меня это самая замечательная игра вообще, Resident Обитель зла. Вся ее история, история всей этой игры, начиная с ранних приставок, консолей. Очень интересно, очень занятно. Так, и что, вам приятного просмотра. А если есть какие-то советы, рекомендации или пожелания, пишите в комментариях. И не забываем ставить лайки. Всем спасибо. Так, проверить поставленную задачу. Ага, поставленная задача — найти Мию. Отлично. Так, можно побыстрее как-то? Можно. Попробовал все поставить яркость по максимуму, потому что видео как-то темное все выходит. Еще с прошлого резидента, с 3-го. Попробовал поставить по максимуму. Не знаю, что получится на видео. Ну, поглядим, посмотрим. Так, тут что-то фургон у нас. Какой-то фургончик. Так, открывается. Так. Что это у нас такое? Что-то такое. Присоединяйтесь. Ну, хорошо. Прими ее дар. Хотелось бы очень 8-й резидент поиграть, но пока никак, учитывая того, что сейчас все заблокировали для России, и приобрести ее невозможно. Но очень хочется. Так, о, чувак какой-то. Чувак, стой. Опачки, здрасте. Куда он делся? Пропал. Начинается заварушка, походу. Так. Ладно. О, птички. Гуля. Гуля. Уч ты. Чуть не обделался. Так, это что за картина Репина? Приплыли.
Очень занятно, с чего это сделано. С копыт. Да. С копыт. Отлично. Так, присесть. Встать. Сесть, встать, сесть, встать. Встал, сел, встал, сел. Мертвые птички уже. Кто-то их умертвил. Такой замечательный домик. Такой глуши. Всегда мечтал о таком. Потому что мне уже стрёмно от вас заходить уже. Так. А, водительское удостоверение. Рюкзак. А, вот. Так. А что мы можем переместить? Ок, ок, ок. Объединить предметы, использовать предметы. Давайте посмотрим. Так, это у нас документы. Приходи за мной. И документ Мии, да? Это мультипаспорт. Мультипаспорт. Так, ну ладненько. Ну слушай, честно говоря, мне уже стрёмно заходить. Качели работают. С физикой неплохо здесь вроде. Так. Понимаю, нам сюда, да, уже двери открыты, встречают уже. Блин, ну я очкую. А вдруг меня кто укусит? Так, все, не выпускает. Там справа что-то. Я вот наушниках прям чувствую справа, слева все шорохи, движения. Блин, может, ну его нафиг. Что-то я не хочу в нее играть. Так. Здесь что у нас? Так, как всегда, в играх нужны болторезы. Ладненько. Что-то завывает где-то вентиляция. Очень рекомендую вам посмотреть ее в наушниках. Ух ты! Ой, какой жирненький. А, блин, мать твою! Шорох, грохот откуда все? Так, а, вон вороны куда деваются. Стрёмненько. Более 20 человек пропали без вести за 2 года. Ага. Господи, блин, так стулья валятся, так вообще... До усрачки, а. Так, там замочек у нас, да, здесь. Здесь у нас карточка какая-то. Какая-то карточка. Фотокарточка. Интересно, есть какие-то секретные плюшки? И там кристаллики собирать, там еще что-нибудь такое. Блин, на самом деле стрёмно, стрёмно. Не знаю, как вам, мне стрёмно вот. Так, здесь что, что за тряпка, не тряпка, ничего не дает, да?
Так, главное, вверх свой. Блин, ну вообще дом стрёмный, прям четко сделан. Так, тут у нас какой-то рубильник. Не работает. Ага, почему не работает? Так, сохраночка, кассета какая-то. Так, кассета. Отлично, комоды не берется. Так, сохранение. Ну давайте начнем. Сохраночки. Так. Блин, реально в наушках столько шума вокруг. А что там так темно-то? Алло. Шума очень много. Ощущение, как дом сам по себе живет. Прям каждая доска там шевелится у него. Отражения нету. Очень плохо. Недоработочка. Есть тут кто? Есть кто дома? Люди. Люди. Так, что у нас за карточки? Так, это у нас все фотокарточки Мии, походу, да? Походу она. Так. Вот что, у нас электричество не работает. Ага, автомат нужен. Пианино. Опа. Так, а, у нас кассета есть, да, как раз. Так, опять карточка. Без кодов, паролей и явок. Похоже, это владельцы. Замечательные владельцы. Хорошие ребята. Так, кассета. Где ты откопал? Отвали, Пиль. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позаботься, чтобы в этот раз со звуком, а то будет как-то в Армении. Может, хватит? Вот еще. Не успеваю это читать, простите. Новичок, что-то вам мне не нравится. Ты опять за свое? Просто не удивляйся, если придется искать замену. Новый план. Сначала смотрим дом изнутри, а потом уже снимем вступление. Ага, как всегда. Кстати, не забудь упомянуть название шоу, гляди. Без проблем. Сегодня в ужасных канализациях вас ждет очередная сраная развалюха. Доволен? Пляшу от счастья. Что-то мне этот ведущий уже не нравится. Так, это, я так понимаю, запись. Да, он смотрит, почему я в ней участвую. Непонятно. Ну ладно. Ну что, мотор? Ладно, поехали. Отойди. Запер. После вас. Так, зачем мы в этот раз засунулись в ад? Ты что, совсем не подготовился? А зачем? Хреновый дом, жуткие звуки. А, тут призраки. Твою мать, я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был, а не ведущим. Чего, чего? Ничего. Просвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет? 3 года. Клэнси, сними-ка вот это. Отличная перебивка получится.
Итак, семейка Деревещин пропала. Не Деревещин, Брейкер и Джек и Маргарита Бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя и об их сыне Луксе болтали много всякого, типа дурная кровь. И зачем только надел свои лучшие ботинки? Так тебе и надо, уродец. О, черт, хорошо, что у меня прививки сделаны. Так, посмотрим, что в кастрюльке. Ага, тут нет тараканов. Андрей, что думаешь, а? Андрей? 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 Клэнси, ты видел, куда пошел Андрей? Да не видел я, отстань, я своими делами занимаюсь. Ты видишь, шмон навожу. Иди ищи, Андрей. В баю замечены призраки. Так, ну иди ищи, чё очкуешь-то? Где он? Невероятно, блин. В последний раз с ним работаю. Продюсеры, знаешь, приходят и уходят, но хорошо операторы такие, как ты, Клэнси. Не отходи далеко. Да пошел ты. Только по-другому пел, а теперь запел. Иди туда, я наверх пойду. Я там был уже. Я знаю, что тут. А что тут? Чтобы никто не сожрал меня тут. А тут ничего. Че? Тут ничего. Кто че? Так, ладно, пойдемте к этому. Ушлепку. Иди, иди, не очкуй. Очкунишка. Ну и че? Че за хрень? Ты слышал? Did you hear that? Андрей, где он, черт побери? Where the fuck is he? Так и хочешь нам пинка дать. Where are you, man? Андрей, мужик, ты где? Давай, что там ковыряешься? Какого черта? Ох ты, ежмон. Он лазейку нашел. Найдем Андрей, свалим отсюда. Черт, это гребаное шоу. Ну что ты стоишь-то, прыгай. Ты первый? Хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь по лестнице. Поэтому ты первый. Ну ты и мудила, а. Офигеть. Чтоб тебя первым сожрали, а. Глубоко. Видишь что-нибудь? Что там внизу? Так, а вон у нас Андрей стоит. Так, тут ничего нету вкусного, да? Андрей, ты чё? Алле. Why? Красавчик. Спускайся, я нашел его. Неплохое начало. Jesus. Боже. Так, 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 так. Здесь, да? Вроде лазил. Ага, о. Ага. Они же там будут, что ли? Трупаки все эти. Опа!
Все, выхода обратно нет. Ой, молодца. Все, значит, выхода нету. Черт. Так, а Андре тут уже нету. Ну ладно. Видимо, это было давно. Так. Так, это лестница в доме, наверное, да? Или что-то такое похоже. Тут он под лестницей. Газики пускает. Что там, аквалангисты, что ли? Газики пускают. Не, не нырнуть, не нырнуть. Тьфу, черт, а! Блин, а! Собака злая. Это кто у нас? Андрей тут выпал. Блин. Блин, перепугал, блин, а. Вот ты пес, блин. Уф. Мне ж подурнело аж. Так, ладно. Двигаемся дальше. Есть тут кто? Вот там свет горит. Так, тут, видимо, камеры какие-то. Что это было? Да блин, шум такой вообще напрягает просто. О, наркоманчики. А, тут притон наркоманов. Так, кто-то в клетке. А это не Мия у нас, кстати. О, это может она. Так, давай сейчас посмотрим, что у нас есть. Так. А, Бен мертв, Хэролд обращен, Артур обращен, Тамара обращена, Крейг мертв, Лейла мертва и так далее, и так далее, и так далее. Ясно. Списочек, да, неудачных экспериментов каких-то. Так, вот и болторез у нас. Обратно нам не вернуться, да, с болторезом. Так, что нам? Подругу надо освободить. А, да. Мия? Мия. Точно Мия. Точно Мия. Мия, это ты? Мия, слава богу, я тебя нашел. Это я. Это Итан. Итан? Итан, ты в порядке? Зря ты сюда пришел. Что ты хочешь сказать? Ты же меня позвал. Нет, нет, я бы не стала. Что? Правда? Кто-нибудь тебя заметил? Он тебя заметил? Он, кто еще здесь? Что здесь происходит? Папочка идет сюда. Надо уходить. Папочка? Надо уходить, бегом. Так, а я болторез в руки не могу взять-то? Вот ты меня ведешь. Безопасное место. Ты пропала без вести 3 года назад. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? Так, а... Фонарик я выключить не могу, да? Так, могу так закрываться. А фонарик выключить никак, ничего. Что это за место? Что они с тобой сделали? И сейчас. Сначала надо отсюда выбраться. Сюда, по-моему.
Ну пошли отсюда, чё. Не, нам надо поговорить. Я когда увидел то видео... Не, это не я. Как не ты? Это не я. Ладно, что все-таки произошло? Я ничего от тебя не скрываю. А теперь нам сюда. Так, тут у нас ничего нет, никакого оружия-то. Ой, тень моя, что ли? Оружия у нас никакого. Ничего не дают. Мия, ты точно знаешь, куда идешь? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Вот, пришли. Мы на месте. Давай, давай. Я помню эту комнату. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Ну, хорошо. Ее здесь больше нет. Нет, нет! Мы станем одной семьей, раз уж ты пришел. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Так, подруга, с тобой что-то не так, походу. Мия, надо отсюда выбраться. Побудь пока здесь, ладно? Я пойду осмотрюсь. Ага. Ладно, так. Я так понимаю, нам нужно какое-то оружие. Оружие. Так, и она говорит, что здесь как должна быть дверь. Так, что-то у нас карточка очередная. Е-001. Папка какая-то. Так. Е-001. Забуду все равно. Теперь, походу, можно попасть в засаду какую-то, да? Так, нет тут двери. О, кукла. Так, так, стопы. Мия? Вот и дверь открылась. Блин. Чё, мне туда надо идти, что ли? А обратно нельзя? Так, за углом никого. Стрёмненько. Очень-очень стрёмненько. Ой, этот хозяева добродушный, какие двери открывает. Так. Тихо. Так, это кто пришел, откуда зашел? Так, тут что у нас? Так, двери сами закрываются тоже. Открыто. Они, видимо, захлопываются просто. Так, тут у нас пусто. На улице дождик проливной, вот такой прям. Как домой-то идти в такую погоду? Занято. Так, карта гостевого домика. Открыть карту. Так.
Слева ванная, значит. Блин. Стрёмно, жуть просто. Так. Аптечка. О, какая аптечка интересная. Так, дайте дальний угол, чтобы никто не выскочил на меня. Кто стучится в двери? Хорош, мне так страшно, блин. Блин. Я где-то справа стучат. Тут здесь стучат. Ага. Я выхожу туда. Закрыто. А какие еще варианты? Так, подожди. Тут закрыто. Я опять в подвал идти, что ли? Здесь досками заколочено. В ванне тоже ничего. Что-то открылось. Открылось. Нет, не это открылось. Чё, так. Мне в подвал обратно идти, что ли? Кто тут? Блин, там кто-то есть. Как бы не идти туда, а? Ой, ты! Господи! Подруга, ты чё? Мия! Ты чё, проснулась, что ли? Ладно, ещё и с ножом. Так. Так. Блин, мне держать надо или нажимать, я не понимаю. Так. Вроде что-то отбились. Да чё за нахуй? С ума сошла, что ли? Подруга. Так, держать надо или нажимать? Я пока держу. Да ты чё, а? Я ее слышу. Чувствую, как она снова пробирается в меня. Убирайся, оставь меня в покое. Я поступила плохо, так мне и надо. Вот, блин. Мия, кто ты? Черт возьми. Так, использовать аптечку. Так, вот, блин, все бы враги так поступали бы, а? Сами себя убивали бы. Блин. Ну ты, подруга, даешь. Останься! Да ты чё, Угомонись. Опа. Ноти, ты мне со мной не нравилась, я собирался разводиться. Я все равно с секретаршей встречаюсь. До свидания, Мия. Так, топор забери-то обратно. Вещдок.
Так, я не знаю, надо лекарство использовать, не надо. Блин, а что делать-то? Так, мы в какую-то комнату попали. Мне бы топор забрать. Так, тут ничего нету. Так, с лекарством, наверное, пока с аптечкой я подожду. Так, тут ничего. Жесть. Так, телефон у нас там был. Ох, не надо было. Кто это? И что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Иди туда, немедли. Что открылось? Что закрылось? Так, подруга. Так, подруги нету. Вот тебе здрасте, а. Мия. Мия. Мия, любимая, ты где? Вернись. Блин. Так, вот да, у меня вот в дом открылась дверь. Если я правильно понимаю. Ага, вот. Охранка на чердаке у нас, да, тут была? Надо бы сохраниться, чтобы аптечку мне не использовать. Надо сохраниться, срочно сохраниться. Так, она сказала, через чердак. Вот лестница, я вижу лестницу. Хорошо, как мне на нее попасть? Лестница чудесница. А, так. А, не работает. Ну да, там предохранитель же нужен. Через чердак. Так, где искать предохранитель? Так, не капай. Надо экономить воду. Так, вот у меня шкаф. Отлично. Быстрее всего предохранитель здесь и будет. Нам нужен предохранитель. Вот, миленький, вот он родной. Отлично. Так, побежали. Блять! С этой игрой реально полные штаны будут обложены. Хорошо сделали игру, хорошо. Спору нет. Так, предохранитель, где мне надо было втыкать? Где-то внизу. Вот, отлично. Так, давай замыкаем. И нам нужно
сваливать на чердак по-быстрому. Быстрее беги ты. Блин! Блять! Я знаю, ты это не нарочно. Но все равно не стоило этого делать. Больно, блин, было. Ах ты собака, а. Надо было давно от тебя уйти уже к секретарше. Так, что мне делать-то? Давай, давай, тащи, друган, тащи, тащи, давай. Блин, я что, могу помочь? Посмотри, что ты почувствуешь. Посмотрим, точнее. Блин. Черт, это было жестко. Как бы это нормально? Так, топор. Где топор? Крови, крови, крови-то. Айна, надо лекарство использовать? Мне это поможет чем-нибудь? Ну да, рука-то валяется, он чем мне это поможет? Так, мне надо наверх, наверх свалить надо. Как я понимаю. Капец, друган остался без клешни. Так, давайте так запишемся обязательно. Начинать-то пистолет. Окей, fine. Прицелиться, атаковать. Так. Патронов-то маловато. Кого атаковать мы будем? Двери, конечно, неудобно открывать, потому что как-то головой он дверь открывает. Непонятно. Толкает. Нет бы рукой вперед там. Кнопка была бы на открытие. Так, наверх мы можем? А. Так, где тела? Алло. Ты что, дура что ли? Что, отвали ты от меня, а? Бля. Где она, где она, где она? Беги! Беги! Перезарядка. Так. Где она? Так, так, так. Подруга, иди сюда. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Спи спокойно, а? Христа ради. Не надо. Не надо больше ничего. Так, а я могу без пилу взять? Так, я бензопилу взять не могу. Бля, она-то мертва уже, не? Или опять что-то будет интересно? Так, чё? Здрасте. Здрасте, приехали.